Всем привет! Мы приобрели вот такой игровой набор для создания украшений для девочек. Называется браслет шарм. Да? Ну, тут что-то не по-нашему написано. Тут в наборе должно быть два браслетика и разные бусинки для создания украшений. Вот, показываем упаковочку. Сейчас раскроем. Ну, что мы имеем? Показывай. Это мы сняли с... Ну, думали, может, тут инструкция где-то, но нет тут ничего. Это разные... Ну, бусинки, не бусинки, да, с дырочками. Тут в виде сердечек. Что тут еще есть? Какие-то сердечки. И застежки. Вот у нас вот есть, типа, тоже делали с такого приблизительно набора. Так, и тут что у нас? Это готовые, да, уже сделанные браслеты и... Вот эти веревочки, на которые надо делать, я так понимаю, да? Ну, сейчас будем доставать и делать. Налепили мы браслет вот тут в два слоя уже, в два оборота. Вот. Сердца, бусины. Ну, тут много можно было, вон сколько у нас осталось еще. Вот это мы сняли, да? Сняли с браслетика. Тут можно снимать вот детальки, пожалуйста, они снимаются. Делать свои комбинации. Или можно делать браслет, а на браслете браслет. Ну, или ожерелье. Это наушники. Вот ой, наушники, говорю, наручники будут. О. Наручники, две руки вот такой в браслете. Это для гламурных нарушителей общественного порядка. В общем, вот такая красота получается. Не знаю, сколько выдержит вот это напыление, так сказать. Как быстро оно сдерется. Ну, тоже вопрос второй. Смотря как активно ваш ребенок будет там шарудить руками. Приобретайте. Делайте браслетики.